Всем привет! Вы на нашем канале. Вы на канале Семейные Сливки или Сливки Фэмили. Так, все, что я вам хотел показать. Хотел показать то, что мы сделали электричество. Провели в доме электропроводку. Так, что у меня запотел экранчик, что ли? Подождите-ка, подождите. О! Поставили уже коробки с автоматами. Вот здесь все так красивенько подвели. С потолка сделали обуски. Все в коробках. У нас по гипсокартону я решил. Ну, потому что будем зимовать. Потолок пока не будем натягивать. Натяжной. Просто банально на него нету денег. Будем жить с вот таким потолком с гипсокартона. Ничего, красиво будем любоваться проводами нашими. Отдельный автомат поставили для котла. Так, и вот получилось у нас тут 19 контуров в доме. Ну, один пропустили мы, семерку. Ну, ничего страшного. Видите, цифры 7 нет. Это не критично. 19 контуров. Ну, тут розетки везде провели, где надо. И то, что надо нам. И не надо. Вот он, кабель для котла. Здесь будет котел висеть. Я только что подштукатурил эту стену. Завтра еще поштукатурю, выровняю. Единственное, у меня не знаю, получится, нет у меня кабель утопить. Надо, чтобы кабель не торчал. Надо будет слой больше мазать. Так. Так вот, уже вырисовывается наш домик, уже планировочку можно, планировку давно можно видеть, именно уже все, свет есть, можно делать полы, которые мы уже послезавтра начнем делать, завтра все купим на теплые полы и будем делать. Так, здесь у нас будет столешница вот такая стоять, поворотная сюда. Там в углу будет холодильничек, тут между... Ну, моечка будет чуть левее напротив вот этой створки окна. Здесь будет столешница, а под столешницей будет посудомойка. Далее вот здесь будет плитка, мы тут для плитки, для комфорок сделали кабель помощнее и для духового шкафа, вот тоже снизу розеточку сделали. Здесь будет... Как она называется-то? Скажите мне. Вылетело из головы. В общем, ладно, греть. Микроволновка. Микроволновка будет, она называется. О, здесь вытяжка. Вот здесь у нас будет телевизор. Телевизор будет на тумбе стоять. Я не люблю, когда телевизоры вешают. То есть у нас будет тумба и будет все висеть на... То есть стоять на тумбе будет телек. На уровне глаз будет. А мы будем напротив сидеть вот здесь на диванчике. И любоваться. Вывели свет на улицу. Уже везде. Надо купить плафончик и повешать. И уже будет уличный свет у нас. Сзади дома, спереди дома. У нас идет дождь. Все, у нас такая осень дождливая. Дожди, дожди, дожди. Не дают нам продохнуть. Дождики. Ну вот, санузел. Собственно, здесь будет выключатель для зеркала. Вон он, провод для зеркала. Ну или там светильничек можно будет повешать. И будет розетка для полотенца. Ой, полотенца. Для фена. Там будет вытяжка. Здесь будет розеточка бойлера висеть. Этот кабель, что это у нас? Я уже забыл. Для чего? Для чего? Для полотенцесушителя, вспомнил.
Здесь на всякий случай под теплые полы сделали. Ну, сверху водяных, если летом выключать отопление, то ну, можно просто ванну включать, электрическим полом греть. Ну, единственное, я здесь спальня. Спальня. Здесь вот такая спальня. Тут тоже сделал розетки над тумбочками сверху, с одной стороны и с другой. Ну, единственное, сделал, да, вот здесь сверху розеточки. Интернет подвел. Здесь, вот здесь кронштейн сделаем пониже. Не так, не, телевизор не будем, как обычно некоторые задирают вверх телевизор. Кому-то не приходил в гости, все чуть ли не под потолком его вешают. Что сидишь, голову опрокидываешь, и шея же затекает, когда смотришь. Мы ниже розеток его опустим, тоже на уровне глаз, когда стоишь. Будешь, когда лежать, будет удобно. Ну, там есть метод расчета, как его вешать правильно нужно. В интернете все имеется. Ну и все, тут выключатель, включатель. Здесь у нас тоже комната. Тоже включатель, розетка внизу, чтобы можно было пылесосить. Там тоже сделал розетку. Будет кабинет или там, не знаю, гостевая комната или детская маленькая. Там можно будет подключить интернет, ноутбук, какую-то оргтехнику. Все. Все у нас вот так, что вот так. Потом, когда появятся деньги, мы натянем потолок.